Вот раннее утро, 6 часов. Уже наши помолились все. И что они делают? Фрося командует тут. Поливают то, что, ну, как диском тут взрыхлили. Вот идут люди. Я только сейчас думаю, как они будут выполнять. Никак, выполняют. Вот они идут. Это второй день. Вот 3 дня надо поливать, утром и вечером. И оно прирастет все. Я тебе вчера сказал, а сегодня иду и думаю, перед завтраком спрошу. Выполняют, не выполняют? Выполняют. Рося хорошая хозяйка. Она девчат подняла на это дело. Подняла не с постели. Вот и делает. Положили землю, вот это свернули. Вот он пропахал тут. И они теперь это все выравнивают, приучаются к доброте. О, так вот всегда бегом бегайте. Быстро так догоняйте ее. Там кто-то наливать должен вам. Молодцы. Попутно вот здесь у меня лежат баночки на крыльцо. Утащи их желтые. А то я тут с сумками, то со своими. И бутылку захвати. Вот так, молодец. Вчера начал Игорь косить тут. Комбайн. Комбайном траву косит. Вот вообще. Шикарно. Сегодня вторник. Они уехали в город, молочники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Идет дело. Бог помощь. Так, давай. Находи себе место. Вон, видишь, все надо вытаскивать, все гвозди освободить. От гвоздей. Сестры, тут банки сейчас заливать надо. Сейчас я помогу им маленько. Так. Так, Володя. Доброе утро. Доброе утро. Позади надо. Я сейчас заходить буду. Ты дай работу с этим. Сделай, чтобы он работал. Угу. Вот, брат, возьми вот тут молоток. Вот инструмент, который молоток, выбивай гвозди, выпрямляй. Все это ваша здесь, работа. Здесь на щипцы надо убрать. Щипцы. А ты утром рано или как? Сходи к Андрею, кто у тебя занимается, чтобы работала? Кто? Пила. А, бензопила? Ну ладно, схожу. Господи, естественно, Божьей помилуй. Божьей милости мы не лишимся. Мир дома всему. С миром, понимаю. Слава тебе, Господи. Так, где-то у меня здесь. Сейчас я принесу. Дверьми не хлопать, написано. И все равно хлопают. Я давал занести. Занесли. Занесли, ну молодцы. Только промойте, чтобы не кислятины не было, а то на рано. Хорошо. Так, Сергея Попова не было? Сидели с Сережей. Нет, конечно. Потому что надо работать. Кто пришел? Тут моя рыжая. Ой, встречает меня. Что тебе делать? Помогай. Ну, слава Господу. Девочка? Нет. Ну, можно девочка. Так, что у них? Работу спрашивают. Так, занятия были? Да. Занятия были, молитва была. Все. Да, да, все было. Да, слава тебе, Господи. Ну, ладно, я полез к голубям. У тебя еще сегодня на огород? Да. А одного только оставь, Пьезор, пусть возится с гвоздями. У них что-то с ногой неладно. Ну да. А Виталия можно забирать? Да, обязательно. Бери вот эту команду всех, оставь тут одного. Ну а сегодня они еще тестом будут заниматься. Марина, ты, да, Оля, заниматься будешь? Так что нам кто-то... Ну что-то... все, тут все знают. Два человека хотя бы, чтобы... Все они уже знают.
Рика на улице. Сегодня у нас 10-е. Так, голуби говорят сейчас. Ласточки не залетают, да? Нет. Опоздали. А у нас-то, интересно, ласточка свела гнездо прямо в бане. И там такая жара, я взял яйца, закрыл. Что-то надо делать. Или не топить баню, или париться больше мне нельзя. С открытыми дверями просто мыться, да и все. Открытые, да. Она сгорит там, ласточка. Так, надо включить насос, и чтобы один кто-то наливал. Ну да. Тарасик, где у нас? Сразу. Ну, кто-то из вас. Поливают сестры, молодцы. Все как положено. Бутылки составляй, потом скажешь мне, я включу тебе.